Большие часы на ратуше Копенгагена ведут обратный отсчет до начала финала песенного конкурса Евровидения. Тысячи людей со всего мира приехали в столицу Дании, чтобы насладиться атмосферой праздника и поболеть за своих любимчиков. Большая пятерка стран – Италия, Франция, Германия, Великобритания и Испания, а также хозяйка нынешнего конкурса Дания – в финал попадают автоматически. Остальные 20 участников определились в двух полуфиналах. Одна из самых эпатажных и обсуждаемых конкурсанток этого года – Кончита Вурст из Австрии. Она уже успела обзавестись немалым количеством поклонников в Копенгагене. «Я думаю, что победит Армения, но мои любимчики – это Испания и Кончита Вурст из Австрии», – говорит Марк Андерс из Испании. «Я уверен, что победит Кончита из Австрии, но, разумеется, болею за Данию и Швецию. Но я думаю, это будет Кончита», — говорит Михаэль Флинберг из Дании. По прогнозам букмекеров, в топ-5 возможных победителей входят Швеция, Австрия, Нидерланды, Армения и Украина. Однако для фанатов конкурс — это просто большой праздник, вне зависимости от того, кто выиграет в финале. «Это просто праздник, веселье, эффектность, блеск, немного политики, это тоже не помешает. Но главное — это шоу, шанс хорошо провести время и отвлечься на пару часов», — говорит Стивен Гаскел из Великобритании. Финал песенного конкурса Евровидения 2014 состоится в субботу 10 мая. Шоу начнется в 11 часов вечера по московскому времени.